Итак, всем привет. Я решил снять еще одно видео по Hackintosh, дабы рассказать, что в итоге работает, а что не работает на этом ноутбуке Hackintosh. На ноутбуке установлена macOS 13 Ventura. В данный момент это версия 13.2. В прошлом видео мы ставили обновление. Компьютер официально не поддерживается. Что в итоге работает, что не работает? Работают сервисы Apple. Это первое. Второе. Заходим в настройки еще раз. Об этом Mac, настройки, отчет о системе. Давайте посмотрим. Работает проводной интернет. Работает Trim на SSD с помощью Kexta. Дальше. Работают все USB-порты, включая внутренние. Работает даже веб-камера. С помощью карты портов, Kexta на порты. Он делается индивидуально. Далее, графика. HD 5500 работает с помощью патча. Metal 2, Metal 3 он не поддерживает. Далее, звук. Realtek ALC 282 с помощью Kexta Apple ALC. И также есть Wi-Fi. Вот Wi-Fi у нас. Это у нас свисток TP-Link. Мне удалось немножко его подзавести. То есть вот у нас Wi-Fi включен. Но не здесь. Далее у нас определяется батарейка, но она мертва. Она даже не заряжается. Дальше что хотелось бы сказать. Заведен трекпад. То есть не, он не работает как на Windows. Тачпад. Заведены жесты. Настройки трекпада, как на Mac, и жест. Но работают, к сожалению, не все. Ноутбук полностью заведен. Значит, давайте. USB свисток Wi-Fi. Звук, батарейка, трекпад, клавиатура, Ethernet, проводной интернет, графика, спидстеп и сон от крышки тоже работает нативно, его не надо заводить. Отсутствует Bluetooth, то есть, ну, я выпилил, скажем так, комбо-модуль Bluetooth, потому что он не поддерживаемый, я буду покупать нативный, и батарейку. Это вполне себе рабочий компьютер на Hackintosh. Хоть и не поддерживаемый, надо патчить для новых версий macOS. Но я думаю, что оно того стоит. Работает все очень даже неплохо. Далее мы постепенно расскажем, что делать на Sandy Bridge для Ventura. Что делать на Ivy Bridge для Ventura. Объясню принцип и смысл сказанных слов. А если данный ролик понравился, лайк, подписка, комментарий. Подписываемся на наш телеграм. А я с вами прощаюсь. До встречи в новых роликах. Всем пока-пока.